Итак, как ведется сеточка от ЭКО и насколько ее хватило. Ну вот ботинки. Как видно, ну понятное дело, что я их ношу, но видно, что состояние у них идеальное по сравнению с тем, что я их не чистил, не мыл, вот, к примеру, перед съемкой. Там где-то он какие-то, ну тут грязь, не более того. И теперь мы смотрим. Вот у нас как раз на остром угле. Нахера было делать эту конструкцию? Вот, ботинок стоит почти 8000 гривен. Может быть, если там акции нету, ну то есть это больше 200 баксов. Gore-Tex, все дела. И вот мы видим. Ну и это ж понятно, почему это не я порвал ничего. Проносил я его, ну, максимум один сезон. Все. Второе он уже не вытянет. Это на одном. По подошве видно, что она даже не затерта так сильно. Ну, то есть немного носили. Видно, да? Крупным планом. И вот возникает ли вопрос, стоит ли покупать ЭКО. Ну, правда говорят, что качество уже не то. Ну, как так может быть? Это же не New Balance какой-то сраный, блин. Или еще что-то, который тоже ходит 3 недели там, или ну, сезона не отхаживает и тоже рвется здесь. И эти сделали же сетку. У меня есть еще вторые кроссовки их летние. Вот там, наверное, тоже так же навернется сеточка очень быстро. И все, и гарантии нету. Там она же там сколько, 3 месяца, ну, ляп, и все. И получается, ни хрена не сделаешь. И ботинок, он, в принципе, классный. Ну, мусорник. То есть это перевод ресурса, да и вообще и средств, блин. Ну, ботинки за 200 баксов не должны так себя вести. Вот, может, можно по номеру проверить, если кто не верит, что это оригинал. Но, во всяком случае, я покупал у нас Интертопе. Сейчас, может, тут еще есть номер где-то. Не знаю, где он там. Может, на втором есть. У меня коробка от них есть, все, до сих пор все нормально, все как говорится, все как надо. В личном кабинете и отметки есть, где я их покупал. Ну вот номера, я думал, может еще где-то есть, не знаю, не смотрел. Так что вот такое вот кино. 100 раз теперь надо подумать, стоит ли брать эко-обувь и тем более сеточки. Так это я только заметил, это она уже давно начала рваться. Это там белое что-то проблеснуло, и я заметил, что дырка. Дырка, как видно, уже достаточно большая. Соответственно, это сделал это давно. Ну, то есть не проходили даже сезона. Ну, видно, да, как носил. То есть нельзя сказать, что я их убивал как-то. Да и где их убивал? Ходил у них просто. То есть просто ходил. Все. Не бегал, не прыгал, не походы какие-то, просто по городу. Так что я даже не знаю, что сказать. Ну, говно, что можно сказать. Это так, если по-доброму, без мата. Ну вот просто. Ну, фирма себя дискредитирует.